Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас с вами на обзоре новый рынок Наклуа, New Naklua Market. Сейчас мы посмотрим все цены здесь, проведем подробненький обзор. Приехала я сюда на двух маршрутах с центральной Паттайи, то есть пересела вот и дельфинчиком, заплатила 10 бат, и просто пересела на четвертый, спустилась вниз метров 300, и вот он, новый рынок. Ну а мы с вами смотрим все цены, делаем подробненький обзор. Поехали! Ну и врываемся на рынок. Вот отсюда я приехала. Сейчас посмотрим, чтобы аккуратненько пройти. Движение здесь всегда оживленное. Смотрите, здесь одежда уже по 70 бат. Ну и на входе нас встречает домик для духов. Здесь обычно они все приносят подношения, ну и лотереи, как всегда. Нам здесь обещают фрукты, овощи по самым дешевым ценам. Ну и давайте пройдем, посмотрим, так ли это. Кофе. Кофе-кар. 25 бат. Рыбка. Сейчас они еще только выкладываются. Такая рыбка. С другой стороны у нас фруктики. Может, мы с вами с чего-то здесь сегодня и купим даже. Хочу все подробно показать. Для тех, кто планирует проживать на Наклуа, я думаю, будет это очень интересно. Это что такое, интересно знать. Что-то зеленое такое. Ну и смотрим. Мандарины местные 55. Такие 65. Наборчиками по 20 бат. 45 вижу. По 100 бат крупная манго. 10 бат яблоко. Ну, пока мне все нравится. Пришла удачно. Хочу вам все подробно прям показать. Вот такие 30 бат мандаринчики. Ну, мандарины мы можем и у себя поесть, если честно. Так, это у нас шейки. Смузи, шейки. Что еще? Здесь, наверное, кушать можно, сидеть. Я так понимаю. Мы с вами двигаемся, смотрим подробный обзор. Местная еда. Что-то здесь готовят. Здесь торговцы. Ну, еще только раскладываются. Неужели я так рано пришла сегодня? Ладно, посмотрим. Тут свинину можно купить. Ладно, смотрим, что есть. Здесь свининка. Цен я не вижу, ребята. Цен я не вижу. Здесь что такое? Спицы разнообразные. Иду быстро, чтобы вам все показать подробно. Цен я не вижу. По 20 бат какая-то зелень. Днем тут не так весело. Вот рис уже вовсю варят. О чем тут? Цен-то нету совсем. Здесь можно всякие приобрести курортные товары. По-моему, я зашла куда-то не на ту территорию. У нас с вами сегодня подробный обзор. Умничка. А вот, цены на еду можете посмотреть. 50-60 бат. Это что у них тут? Свинина, говядина.
Вот. Свинина, курица. И все по-тайски. Совершенно ничего не понятно. Так, здесь что-то такое. Тоже за 50 бат можно запить с грибами. Тортики прямо на рынке. Вот как интересно сделано. Очень красиво. Сладкое тайцы любят, но они любят, вот смотрите, с изображением короля. А, интересно очень. По цене пока не вижу. Ну, интересное такое. Так, виноградик 150 бат. Рыбка готовая. Здесь у нас хурма 10. Ну, чем ближе к выходу, к рынку, тем будет, соответственно, дороже, чтобы вы понимали. Разные сушености от 25 бат. 200 бат крупный виноград, вот такой. 120 мандаринки. Dragon Fruit 60. Яблоки за штуку всегда у них указываются. 80 бат зеленые. Ананасики готовые. Смотри, как имбирь выглядит классно. Такой классный имбирь. Кокосик. Угу. Бананчики. Ну, цены у них за связку указаны. А здесь уже развешено. Здесь есть даже контрольные весы, чтобы понимали ребята. Но они, похоже, очень раритетные. Всякие тут у них. Это лук, походу. Помидоры. Так. Это мелкие помидоры черри. Цены разные. Тайцы много зелени очень едят. Ой, прям очень. 40 бат цена. Вижу манго. Давайте посмотрим. Может, как раз и разложится. Так, яйца. Давайте посмотрим. Десяток яиц стоит здесь мелкие, самые дешевые. Вот, смотрите, 40 бат. 45. Ну и самые крупные покажу. Вот, стоит 60 бат. Умножайте на 3 ценнику. Также здесь можно купить рыбку. Уже готовую. Они ее очень любят, такую рыбку. Спросим цену. А how much? How much? 50 бат? 5 бат? 50 бат, сказала. Ну, не всегда понятно то, что они говорят, если честно. И помидорки. А, яблоки. Представляете, 40 бат. Дуриан 200. Дурианчик. Что здесь? Коконат. А кокосик сколько стоит? Вот такой авокадо 90 бат. Сок. Манго 60 бат. Ну, в принципе, рынок неплохой. Двигаемся дальше. С другой стороны, можно купить разнообразные подношения для духов. Есть весы такие импровизированные у них. Косы. Цен пока не... А, вот 40-50 бат написано. Ценник. Смотрите. Интересная штука. Пахнет как-то вот так интересно.
Они это все употребляют в пищу, чтобы вы понимали. Так, что еще? На рынке ездят чили перец, лук зеленый, капуста 10 бат за вилочек, огурцы 20 бат, морковка даже есть, ребята, но стоит она, вот такая упаковка, 33 бата, 45 бат, лук зеленый, здесь тоже все указано. Ценники везде есть. Это радует, кстати. Ой-ой-ой. Что это было? Видите, как они поливают. Зелень свою. Ухаживают за ней. Свежают. Чтобы мы, туристы, получали самую свежую, самую вкусную продукцию. Вау. Какая красота. А, это лимонграсс. Ну, запах стоит просто бомбяо, я вообще не могу. Здесь можно просто ходить и нюхать. Какие-то ростки они едят. Тут что такое, интересно знать. Вообще непонятно для меня. Рис весовой 46 бат, 29 бат, смотрите. Так, ну яйца стандартно по цене. Это баклажанчики. Здесь можно 25 бат две морковки купить готовые. Грибочки от 20 бат. Капусточка. Целые развалы всего. Что такое? Ох. Ой, ну это уже экзотика, ребята. Курицы. Ой, ой. Ну и посмотрим по цене. Сколько же такая экзотическая еда будет нам стоить? За одного такого цыпленка они берут 30 бат. Это масло 48 бат. Бананчики зеленые, вот такие 35. Заходим на рынок. Что такое? Кто знает? Какая-то рыбка мелкая. Перец острый 20 бат. Рис 170 бат. Большие 5 килограммов стоят. Здесь наборы разнообразные можно приобрести. Мыло, шампуни. Так, но они продают вот такими упаковками. Вот 4 мыльца вот таких стоят 65 бат. Ну, это получается дешевле. Если, допустим, на подарок домой везти, существенно дешевле получается. Разные запахи. Классно. Я, кстати, наверное, сейчас тоже и возьму. Вот такое брала, я очень мне понравилось оно. Так, а за штучку посмотрим, сколько штука стоит. А штука выходит дороже, 17 бат. Разнообразное мыло. Тут же соседствует с чесноком, со специями. Можно купить разные принадлежности. Вот, допустим, пьем за 30 бат. Чуть-чуть чемоданы посмотреть. Заколочки разные 15 бат. Ну, цены неплохие, я вам так скажу здесь. Большое спасибо моему подписчику, который посоветовал прийти на этот рынок. И духи тайские. Смотрите, дешевенькие, конечно. Подделка, скорее всего, но пахнет неплохо. Шляпа. Это что такое? А, это замки. Китайская посуда. Сколько стоит?
чайные ложки 79. Тайскую посуду можно себе домой купить. Ножи. Ножи. 49 бат здесь стоят. Мелочевка разная. Карандаши для бровей. Меня вот это заинтересовало, если честно. Ну-ка, губки сколько стоят здесь? Вот такая губочка 30 бат. Мыльницы. Полотенца. Вот набор полотенец. Смотрите, вот такой большой. Сколько стоит? Вот кучка такая полотенцев. Полотешков. Нет, не вижу цены, честно. Ну вот такие интересные игрушки. Разные. Вот такие красивые, смотрите. Корзиночки 379 бат стоит. Рынок большой. Стаканы. Кружки здесь можно купить, пепельницы, все что угодно, все что вашей душе угодно. Ну, слушайте, классно. Дождусь я еще рынка, наверное, все-таки основного. Да, мне понравился этот рынок. Здесь можно реально что-то подешевле купить. Допустим, если вы бюджетно едете, а я тоже люблю бюджетно ездить и совершенно не люблю деньги тратить. Ух ты, какая батик. Смотрите. Батик. Даже как-то такой он прямо. Интересный. А ценник. Батик. Смотрите, оно прям приятное такое. 159 бат. А этот сколько цена? Так я не поняла. А вот такой батик стоит 130 бат. Смотрите, как классно выглядит. Неплохо. Рубашки разнообразные, детские товары здесь можно приобрести недорого. Вот, допустим, вот такие 50 бат стоят. 80 бат, такие уже более пляжные варианты. Для взрослых 90-100 бат костюмчики. Ну, слушайте, футболка 70 бат всего лишь. 40 бат майка такая. Так, что еще? Белые вот такие футболочки. Сейл написано. Такие футболки по 100 бат. Уже медленно. Шортики 100 бат. Классно. Но это мы уже на вещевой рынок. Так, посмотрим, сколько стоит труселя. Так, для девушек 70-60, 30 бат стоят лавки женские трусы. То вдруг здесь трусы потерял, очень даже, я думаю, пригодится сюда приехать. Или просто неохота стирать. Смотрите, вот такие шортики. Такие шортики. Сейл, сейл. Опять написано, что за сейл. Непонятный. Джинсы 100 бат, бриджи 100 бат, здесь можно купить, здесь по 100 бат все, как я вижу, все вот эти товары, футболки женские 100 бат, такие вот 299 бат по цене, майки по соточке. Ну, нормально. Слушайте, нормально. Можно и бюджетненько здесь все это взять. Вот такая, допустим, 100 бат. Нормально. Качество, конечно, среднее, но 100 бат вот такое стоит. Смотрите, бюджетное одеяние. Женское. Детские костюмы 139 бат. 100 бат детские. Вы смотрите, что я нашла, ребята. Все по 20 бат. Ну, давайте затестим, что там по 20 бат у них продается. Что здесь можно взять? 20 бат. Что за 20 бат? Корзины, но тут не все по 20 бат.
25 вот будет постой трусы женские. Такие простые. И вот такая мелочевка разнообразная. Можно просто пройтись быстренько. Вот. 10. Вот это 20 написано. Цена. Честно, зашла чуть-чуть охладиться. Потому что на улице очень жарко. Ну и вот такая разная мелочь. Что-то можно здесь дождевик, допустим, за 20 бат купить. Вот такой вот. Цена фиксированная. Ну и ложки, чашки, поварешки. Вот 25 бат стоит тарелочка. Нормально. Неплохо. 10 бат салфетки. Такие вот. Резинки. Даже волосы можно покрасить, шапочка. Все есть. Вообще все есть. Что душе угодно. Неплохой магазинчик. Вот ценник 20 бат на нем написано. А мы с вами двигаемся дальше, смотрим цены. Колорит на этом рынке, конечно, неописуемый. Смотрите, какие-то сейлы есть. По 180 бат. Марка, интересно знать, какая. Ну вот, допустим, такая футболка женская. 180 бат. Написано сейл. Это какие-то более такие уже фирменные вещи. Это сейчас модно. Многие это покупают за 180. Ну и колорит, конечно, здесь вообще. Колоритный очень рынок. Очень классный. А мы с вами идем дальше. Я покажу, как разделывают они рыбку. Здесь рыба явно самой первой свежести. То есть можете даже не сомневаться. С 7 до 13.30 вот здесь можно покушать на рынке. Разной тайской еды, если хотите прям колорит прочувствовать. Таиландия. Цена. Все по-тайски. Сейчас покажу вам поближе. Питание здесь. Рис 10 бат стоит. Ну вот 50 средний ценник, 40 бат есть. В зависимости от порции. Сейчас поближе подвину. Цена, кстати, прям такая прекрасная, я считаю. Но мы с вами идем дальше. Смотрим. Такой колорит открывается вокруг. В принципе, рынок классный, я вам так скажу. Можно сюда приехать, но приезжать нужно после 12. Здесь разнообразные заколки продают. Женские, вот видите, по 20 бат. Мы, наверное, сейчас ее с вами и купим. И будем в таком колоритном находиться обличье. Вот это что такое, я даже сама не знаю. Вот смотрите. Что-то такое вот в упаковках огромное, даже непонятно что. Тут можно всякие фиш, снеки купить, целый огромный отдел. А вот это что такое? 200 бат стоит. А, это цветная кукуруза у них такая. Хм, прикольно. Смотрите, у них тут маски веселенькие. 30 бат для глаз. А я купила вот такую расческу, такую заколочку, вернее. 25 бат она мне вышла. И сейчас мы ее с вами поймем. Ну и померила эту заколку. Теперь я настоящая тайка. Капунка. А мы с вами двигаемся дальше. Смотрим цены. Такие корзинки увидела. Вот 119 бат. Ледим самов. Витосы жареные, 15, черный рис, бурый рис. Цены такие приемлемые. Смотрите, красивые корзиночки они здесь продают. Разную посуду. Здесь можно купить
Ну, а мы с вами двигаемся дальше, смотрим. Смотрите, здесь даже можно готовый рис купить. 3 за 10 бат, 8 за 20 бат. Ну, вообще класс. Какие интересные овощи. Ну, это тыква, понятно. Листья банановые. Это все они продают. Смотрю, уже все разложили. Я в таком красивом украшении. Колоритном. Это что-то как настоящая тайка уже. Жалко, что скоро уезжать. Всегда жалко. А вот эта капуста маринованная у них, смотрите, острая, 25 бат стоит. Все, поняла теперь, что это. Они очень любят все маринованное. Здесь можно также купить мясо, можно купить курицу. Ну и здесь есть рыбные ряды. Это такой смешанный тайский рынок. Цены, слушайте, вообще нормальные. Мне очень понравилось. Ну и кругом у них здесь король. Таиланда. Что-то уже жарят отсюда. Смотрит телевизор. Готовка идет полным ходом. Что-то такое интересное. Обязательно ходите на такие рынки, чтобы прочувствовать весь колорит Таиланда. Тут мне у них очень нравится. Для подношений. Разнообразные. Цветы. Здесь же можно даже цветы купить. Хотя в Таиланде на самом деле цветов вообще более чем. Они прям везде. И вот смотрите, ананасы здесь стоят 25 бат за килограмм. Наверное, я даже себе домой сейчас куплю его. Готовая еда продается. Креветки, том-ям, супы. Ну и тут же ездят все по рынку. Все очень горячее, наваристое, нажористое. Ой, какой запах! Ох, вкусно так пахнет. Класс! Это мне прям нравится. Прямо классно пахнет. Запах, аромат такой бешеный просто. И смотрите, тут же еду продают. И тут же вот такие духи у них. Место однозначно заслуживает внимания, мое мнение. 80 бат. Ну и передам вам атмосферу рынка. Также здесь можно купить свинину, говядину. Я так поняла, все есть. Цены более чем. Вот здесь это все находится. Пахнет